Он был не в себе. Хотя что это значит? Так вот, этот парень был не в себе. Все время твердил, что никак иначе. А рядом сотрудники ФСБ ждали, когда он заплачет. И т.д. Один не выдержал, ударил ногой. Потом еще пару раз дубиной. В то время, пока другой наслаждался этой картиной, этот пацан среди боли и ломок вдруг понял, подонок, который его молотил, всего лишь мираж из чужого стиха, прибитого к ночи Питера под косою скалой потолка. И тогда он совсем не вытерпел и сказал им: «Вы, суки и твари, ваших отцов хуями кормили! Идите вы нахуй, ебаные бляди!» После чего его застрелили.